А сейчас вернемся к теме праздника Рождества Христова. Православные начали отмечать его в ночь с 6 на 7 января всенощным бдением. А закончат по церковным канонам только 13 января, когда происходит так называемое отдание праздника Рождества Христова. В храмах Тверской области проходит богослужение. Губернатор Игорь Руденя встретил Рождество вместе с прихожанами храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Завидово Конаковского района. Рождественское богослужение возглавил благочинный Конаковского района настоятель храма протоиерей Петр. Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. На протяжении многих веков Тверская земля хранит традиции православной веры. С Верхневолжьем связаны имена многих святых. На территории региона находятся древние храмы и монастыри, где хранятся частицы святых мощей и почитаемые иконы. Каждый год поклониться святыням приезжают паломники со всей страны. Глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах Верхневолжья. Нило-Столобенская пустыни в Осташковском районе, соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери, Спасском кафедральном соборе Бежецка, кафедральном соборе в честь иконы Божьей Матери Оковецкая в Оржеве и Воскресенском кафедральном соборе в Твери.